Начнем. Готовы? Разогрелись? Итак, маленькие прыжки. Пятая позиция. Две четверти. И раз, два, три, четыре. Эшафе поменять. Эшафе поменять. Раз, два, три, четыре. Четвертая. И эшафе поменять. И с левой ноги. И пятая позиция. Главное, ставьте пятки. И до конца чертите маленькие прыжки. Опять повторяю. Пожалуйста, готовы? Пожалуйста, Эмма. С мертвым лицом начинаем и как истукачик, баллончик. А в принципе, все, что мы делаем, это все должен быть танец. Давайте с вами еще раз ограничим постепенно ноги. Шоссе сделаем с вами. Тоже две четверти. Пойдем. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И три, четыре. Раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Два, и три, четыре. И сразу обратно. Эфасе. 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 Раз, назад. Пожалуйста. Нет, только из стороны в сторону. И тихонечко, только подъем. А руки каждый раз рисуют. Так это очень хорошо сказал. В руках как раз есть эти штыки. Либо он тонкий, обрисованный, либо он жирный штрих, либо он грубый, как всегда как раз есть. А связующий фирмы это голова, шея, плечи, главное помазываться. Но пошался. И. Левая нога, правая нога, вперед, и поворот, и дальше.
Значит, правой тогда у нас сейчас будет спереди, на правой, посмотрите. Раз, два, три. Теперь так, не коротите ручку сюда, ладно? Еще у нас есть манера такая все время играть, если ты слышишь. Да? Округло. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь назад. Да? И отсюда сюда. Да? Сюда. И пойдем слева. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад. И раз. И смотрите тоже голова вот сюда. И вот она подходит рука и пятая позиция. Теперь смотрю, знаете, эволюция все время в руках. Вот когда сейчас смотришь, например, 18 века, там же они все, особенно французские головы. Ниже никто, к третьему пальцу не представляет. У нас сейчас обычно вот так. Причем еще длинная кисть. Тогда они все держали вот так. Были локти проваты. И вот как меняется совершенно. Все время в сторону увеличения, занятия пространства. И сейчас мы с вами имеем вот это вот, мы сейчас в нашем, особенно в нашем классическом русском танце, у нас идет мужской танец широкий, особенно прыжки. Длинный и широкий. Пожалуйста. Помогайте каждый раз, а просто вот у нас идет вот раз, два и раз, два. Причем нога подтягивается через фасе. Давайте, ну-ка. И... И раз, и два.
и пассе. Два. И раз. Сисон новая латитюд. Сисон и пять. И сразу поворачиваемся. Да, вот здесь вот закончится. Да? И отсюда. И раз. И два. И три. Четыре сядем. Раз. Пятая позиция. Два. И раз. И два. И смотрите, поневоле я вам проходил руки, но все равно голова каждый раз все-таки. Она подчеркивает и дает интонацию. Понимаете? То она такая, то она резкая. Но все время как раз послужит связующий. Или пожалуйста. Может быть, один из самых главных. Пожалуйста. И.
сальт, у нас пойдет через пассе сюда, да? Ра-па-па-пам, па-пам, под сезон, пам. Теперь рам-пам-пам, под восток, пам. Па-я-па-па-пам, и! Да, из пятых, рам, и! Шинай, я-па-па-па-па-па-пам, пам-пам. Смотрим, как можно, пожалуйста. Сел спокойно, вот, все
одновременно нагибаете. Вот. А вот потом еще раз. Домом. Значит, ставим сейчас с вами с полупальцем. Фали, рондежан, фали, рондежан, фали, рондежан. Вам встали сюда, в третий раз. Та-там. Переноль. Мотор бассейн. Теперь то же самое. Раз, забыли ногу. Допустим, ну, как бы под шаг, вот то, что мы с вами делаем, рам, через пассе сами сюда, да? И дальше все равно про там, и раз, два, три, рам, пам-пам, пам-пам. Два, два, шаг. Значит, та-ям, пам-пам, пам-ям, пам-пам, пам-ям. Пам-пам, пам-ям, пам-пам-пам. Раз, два, три, раз, три, раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, и раз. И вы знаете, что вы говорите не так раз чуть-чуть. Сразу мы с вами. Да, сразу. Сядем сюда. Вот с этой. С этой. И тогда уже, простите, встанем вот сюда. Последний, да? Пожалуйста. Да. Пожалуйста. И... Thank you.
И! Так.
Ничего. Давайте с вами все разойдемся сейчас. Раз, два, четыре. Раз, два, плюс. 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 Житель контрольно сказать. Раз, два, плюс. Раз, два, плюс. Раз, два, плюс. Раз, шене, и еще два тура на камере. Только не сразу. Андерласе! 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 Встань сюда, вот встань сюда. Вот так вот, да? Пам! Па-пам! 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 И ра-та-та-та-та-та. Пятая позиция и два тура на колено. Вот сюда. Другой стороны я зал не стал. Сюда. А у тебя бы это вообще не получается? У меня никуда я не стал. А? Ну, попробуй, смотри, что получится. Попробуй, потом вниз. А ты сделаешь, когда налево попробуешь. Но только я только не вниз. Пожалуйста. Пожалуйста. И! Thank you.
Так, менять будем темп на ходу. Пожалуйста, приготовились. Манеж. Самое главное, после солдбаса нога выходит вперед через вытянутую ногу. А у тебя получается рам, там, и так ты и приходишь. И сразу становишься маленьким. И вообще это не очень хорошо выглядит. Вот, кости правильно, кости просто чуть-чуть повыше, чуть-чуть. Знаешь, чтобы пошире руки, чтобы они казались только. Подойти прям можно к Дон Кихоту. Первый был нехороший.
хорошая. Там же просто сам по себе, ну хватит все. Ребята, теперь так, я вас попрошу, дальше ровно сделайте, пожалуйста, просто вперед. Давайте сделаем так, Володя, потом, значит, давай Костя, потом Вань, ты сделаешь тоже, да, и Ильис, да? 1-1-2. 1-1-2, пожалуйста, сделай. Потом Володя, потом ты сделаешь двойные после Ильгиза, сразу. Все по 16, ребята, и заканчиваем. Просто, да? А? Просто. Я, Владимир, я потом буду делать 1-1-1 двойной. Пируэт. Там, пам, пам, пи, па, 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 там. А сейчас просто я ровно. Спасибо. Ну попробуем, ребятки, давайте. Пожалуйста. Давайте даже так. Просто. Просто, просто, просто. И 1-1-2. А потом после Эльгизы просто двойные. Я. Пам. А потом мы хорошо, мы потом сделаем с вами. На вас. Очень хорошо. Пожалуйста. Сейчас просто. Еще раз, пожалуйста. По одному? По одному. Пожалуйста. Обожает эту комбинацию. Пожалуйста.
Следующий. Мпа, мпа, мпа. И. Пожалуйста, Леночка.